футбольным клубом «Текстильщик» были подписаны первые контракты в новом спортивном сезоне. Дебютантами нашей команды стали 24-летний нападающий Сергей Орлов из Щелковской «Спарты» и 33-летний защитник Андрей Смирнов из клуба футбольной национальной лиги «Уфа». Обновился и тренерский состав. После проведенных в Иванове переговоров достигнута договоренность о включении в тренерский штаб «Текстильщика» Вадима Евсеева. Известный в недавнем прошлом футболист московского «Спартака», «Локомотива» и сборной России займет пост старшего тренера ивановского клуба и будет непосредственно помогать Дмитрию Владимировичу Парфенову в предстоящем сезоне.